Я выхожу на балкон, а за перилами балкона висят Талгат Нигматуллин и Коля Еременко. Два друга, за борьбой которых на экране наблюдали миллионы. Мы делали это все скрежета с зубами, так сказать, сцепив зубы, так сказать, и с улыбкой. Вот это было классно. Больно было часто, было страшно часто. Первый советский боевик, ставший громкой легендой своего времени. Я показывал режиссеру, так сказать, свои бицепсы, говорил: смотри, я готов. Они были избранными. Их знают все. И даже трагедия не смогла затмить память о главных героях. Он должен в памяти людей остаться тем красивым, статным, великолепным человеком, красивым актером. «Пираты 20 века». Еременко, Нигматуллин. В воскресенье на ТВ Рус.